Казанском федеральном университете вышел первый приказ о зачислении абитуриентов на контрактную форму обучения. Туда вошли 4048 абитуриентов, которые к 15 августа заключили и проплатили договора на обучение. В соответствии с решением руководства университета, для семей, которые в социально трудной ситуации находятся, частично потеряли работу, или, неполный трудовой рабочий день, или, неполная семья, или другие какие-то сложные социальные обстоятельства, для них предусмотрена 50-процентная отсрочка платежа, то есть 50% он оплачивает сейчас, до момента приказа, и 50% оплачивает до 1 февраля. Есть возможность оплачивать через материнский капитал. И около 163 человек на сегодняшний день изъявили вот это вот стремление и желание. Среди институтов Казанского федерального университета по количеству зачисленных на контрактную форму обучения лидерами являются Институт экономики, управления и финансов – 769 абитуриентов, Институт международных отношений, истории и востоковедения – 751 абитуриент и юридический факультет – 787 абитуриентов. Следующий приказ о зачислении на контрактную форму обучения выйдет 25 августа. Арина Михайлова, Владислав Михневский, Универньюз.